продукт Активидан, это действительно продукт здоровья и продукт номер один, продукт нашего времени, 21 века, нового пока аналога того, о чем мы с вами сегодня говорим, на сегодняшний день ни в одной компании нет. Поэтому естественным образом мы понимаем, что именно знание структуры, знание возможностей этого продукта для нашего здоровья поможет многим людям сохранить свое здоровье. Почему? Потому что вы прекрасно понимаете, что за последние 100 лет наши фармацевтические компании настолько нас уже запичкали лекарственными препаратами, более миллиона лекарственных форм издано фармацевтическими компаниями. И вы понимаете прекрасно, что при помощи тех препаратов, которые нам назначают в наших больницах, мы одно лечим, другое калечим, и это уже стало притчей во языцах практически во всех странах мира. Каждый уважающий себя человек прекрасно понимает, что у любого химического вещества есть как положительные стороны, влияющие на те или иные моменты в развитии болезни, а большая часть – это те побочные эффекты, которые не приносят нашему организму здоровья, а только ухудшают состояние здоровых органов, тканей и не способствуют продлению качества жизни тех людей, которые сидят на таблетках. Хотя сказать на сегодняшний день однозначно, что, товарищи, не пейте никаких таблеток, которые назначает вам врач, я не могу. По той простой причине, что за эти 100 лет, когда производились эти лекарственные препараты, наш организм уже привык настолько к тому, что в нас постоянно эту химию пихают, и практически на сегодняшний день у нас наши лекарственные препараты становятся нашей пищей. А вы помните, что еще основатель фармацевтической биологии был такой Александр Чирх, который в 1909 году сказал такую фразу, что медицина основательно испортит себе желудок, применяя лекарства химического синтеза, и в итоге вернется к тому, чем занималась медицина на заре развития этой науки, науки врачевания, когда применялись древнейшие лечебные средства, лекарственные растения, снадобья и так далее. И Гиппократ еще в свое время сказал, что нужно, чтобы у нас с вами пища была нашим лекарством, а не лекарство нашей пищи. А мы сейчас как раз пришли к тому, что большинство людей без лекарственных препаратов практически уже не живут. Имея болячки, например, к 60 годам, многие отмечают, что каждый день приходится по 5, по 6, а у некоторых еще больше таблеток применять для того, чтобы хотя бы сохранить здоровье, хотя бы привести его в какое-то соответствие со своими потребностями и продолжать свою жизнь, пусть не в том объеме, как в молодые годы, но тем не менее сохранять оставшееся здоровье до поры до времени, поскольку любой лекарственный препарат, к нему возникает привычка, когда приходится менять эти лекарственные препараты, обострение болезни идет и так далее. Поэтому естественным образом и врачи, и медицинская общественность в настоящее время всегда находятся в поиске, а особенно сейчас, практически мы понимаем, что мы ищем альтернативу тем лекарственным препаратам, которые мы применяем, для того, чтобы и защитить здоровые ткани и клетки от тех лекарственных препаратов, которые мы применяем, и, естественно, поддерживать здоровье человеческого организма на должном уровне, препятствуя развитию тех или иных заболеваний. Поэтому мы всегда говорим, что каждую болячку лучше предотвратить, чем ее лечить. И Активидан в настоящее время – это кладезь именно для нашего организма того, чтобы поддерживать структуру в нормальном состоянии. И вы прекрасно понимаете, что мы с вами говорили, что практически Активидан, его состав – это Фукаидан, то есть это бренд компании Вимгрейс под названием Активидан, а по сути это Фукаидан. Так с Фукаиданом практически медицинская общественность знакома достаточно давно, то есть первое исследование как раз это 19 век,
когда открыли в 1913 году состав бурых морских водорослей, в котором входило название полимоносахаров, и выделен был фукоидан, и название получил фукозин. А на сегодняшний день, уже используя практически бурые морские водоросли во многих исследованиях, и вы понимаете прекрасно, что еще 20-30 лет назад нам уже говорили, что нужно применять в оздоровлении организма и морскую капусту, то есть морепродукты, и клетчатку, которую мы с вами в малых количествах употребляем, и в итоге, изучив практически бурые водоросли, выявили уже при помощи биохимиков из этих более 2000 исследований последние 20 лет практически, выявили, что в составе нашего активидана, то есть состав фукоидана, это прежде всего сульфорированные формы и ацетилированные остатки галактозы, фуктозы, манозы, глюкозы, ксилозы. Но главный компонент, который именно оказывает те эффекты, о которых мы каждый раз с вами говорим, это 6-дезоксигалактоза, или, проще говоря, сульфат фуктозы. То есть это сульфорированная фуктоза. И именно в активидане, которое предлагается компания Вингрей, содержание сульфата фуктозы более чем в 2 раза выше по сравнению с другими аналогами. Но мы к этому еще вернемся, к ценовой политике и так далее. Понимаем прекрасно, что у нас с вами, если уж мы говорим о продукте здоровья нашего времени, активидана, я вам каждый раз говорю, мы все состоим из тканей, а ткани состоят из клеток и межклеточного вещества. И поэтому мы четко должны понимать, что в нашем организме насчитывается около 60 триллионов клеток. И эти клетки постоянно обновляются. Старые умирают, вместо них появляются новые. И организм за счет этого поддерживает практически обмен веществ. И именно за счет обмена веществ, опять же, поддерживается количественный и качественный состав клеточного составляющего нашего человеческого организма. И мы понимаем, что именно от того, насколько наш организм способен к регенерации, именно к обновлению, поскольку старые клетки умирают, но пустоты быть не должно. Значит, эта клетка должна быть восстановлена, и восстановлена именно в нормальном своем функциональном и структурном состоянии. Но не всегда наш организм в разные возрастные периоды способен заменить отмершие, погибшие, измененные клетки на абсолютно новые здоровые клетки. Поэтому мы прекрасно понимаем, что в настоящее время именно наш продукт Активидан, как продукт нашего здоровья и поддержания здоровья нашего человеческого организма, способен воспроизводить нашим организмом, помогать воспроизводству новых клеток, при этом контролируя структуру данной клетки, организацию этих клеток в тканях, потому что все клетки должны взаимодействовать между собой. Если клетка в тканях потеряла взаимодействие, она может изменить свою функциональную направленность и превратиться в опухолевую клетку. Поэтому мы прекрасно понимаем, что именно за счет того, что активидан способен увеличивать работоспособность собственных стволовых и малодифференцированных клеток, которые восполняют регенераторные функции нашего человеческого организма, тем самым продляя качество жизни всех органов и тканей и отсрочивая на длительное время практически старение организма. Потому что с возрастом количество этих клеток, из которых мы восстанавливаем структуру любой ткани, любого органа, и оно уменьшается в геометрической прогрессии. Поэтому и морщины появляются, поэтому где-то очаги некроза появляются. Орган уменьшает свой объем, а при уменьшении клеточного состава любого органа
истончение стенок, например, каких-то трубчатых органов, естественно, может возникнуть патологический процесс вследствие и изъязвления, вследствие нарушения выработки гормонов и так далее. Поэтому здесь, естественно, продукт здоровья нашего времени Активидан, именно основные его прежде всего функции в том, что он способен контролировать процессы апоптоза за нашими клетками, которых, как я вам сказала, около 60 триллионов в организме человека. И самое главное, увеличивать потенциал малодифференцированных и собственных стволовых клеток, за счет которых возможна не только регенерация здоровых тканей, но и регенерация больных, измененных, поврежденных тканей, при этом восстанавливая за счет Активидана нормальную структуру и нормальную функцию этих клеток, которые были повреждены, практически оздоравливая и органы, и организм в целом. Кроме этого, мы понимаем, что у нас с вами с возрастом и в любые, в принципе, возрастные периоды, даже в тот же эмбриональный период, поскольку через кровь матери все идет в плаценту, организм, как саморегулирующая система, должен очищать и кровь, и лимфу, и другие биологические среды, в том числе межклеточное вещество, от токсических продуктов жизнедеятельности клеток самого организма, плюс от каких-либо токсических продуктов, которые поступают туда, либо через желудочно-кишечный тракт, всосавшись в кровь, опять же, в межклеточное вещество, либо это уже как производные вирусов, бактерий, которые могут вызвать изменения, повреждения здоровых клеток. Поэтому здесь очень важна функция очищения организма на клеточном уровне. Мы с вами каждый раз повторяли, да, что у нас есть такая, опять же, и схожая фраза, которая бытует в миру, что у нас происходит зашлаковывание организма. Наша способность к регенерации, тем быстрее идет очищение организма. И практически выведение этих шлаков, как вы называете, через клетку, в кровь, лимфу, в желудочно-кишечный тракт, через желчь, через печень, либо через почки в мочу. То есть все выводится и через легкие, в том числе, через дыхательную систему. Так вот, у нас с вами практически Активидан, который всасывается клеткой через кровь, а каждая клеточка омывается практически, и через кровь поступают и питательные вещества, и кислород, и в том числе наш Активидан, который доносится через кровь до каждой клетки нашего человеческого организма. И если при каких-либо процессах, которые могут вызвать повреждение клеток, как правило, возрастает у нас с вами способность к образованию свободных радикалов, раз, образованию гидроперекиси липидов, два, которые тут же начнут повреждать мембраны клеток, вызывая некротические изменения. Наш Активидан именно за счет ацетилированных и сульфорированных остатков наших с вами моно- и полисахаров способен связывать на клеточном уровне эти токсические вещества и выводить их из организма, тем самым практически подтверждая основное свое назначение, опять же, как энергетический баланс любой клетки, плюс способность предотвращать различные виды окислительных стрессов, то есть действовать в нашем организме как мощный антиоксидант, который мы поставляем нашему организму в дополнение к собственным антиоксидантным свойствам и структурам, которые организм вырабатывает ежесекундно в нашем человеческом теле. То есть, еще раз говорю, у нас все запрограммировано и в норме, у нас никаких окислительных стрессов и никаких снижение оксидантной системы не должно быть, но если в больших количествах то или иное вещество, оно, естественно, вызовет определенный дисбаланс в тех структурах, которые ответственны
за снижение этих процессов. Так вот, у нас дополнительно, как пищевой продукт, попадающий через кровь до каждой клеточки в межклеточное вещество, еще и ответственен за очищение нашего организма, каждой ткани нашего организма, каждой клетки нашего организма от токсических веществ. Мы прекрасно понимаем, опять же, что многие из вас, обращаясь к врачу, отмечают, особенно возрастные пациенты, что нам говорят: ну что вы хотите, с возрастом у вас, естественно, на фоне того, что вы кушаете, какой образ вы живете, возникают атеросклеротические изменения строения стенки сосудов, то есть атеросклероз сосудов головного мозга, атеросклероз сосудов сердца, да, любого органа, ведь каждая клеточка, еще раз говорю, должна получать свою порцию кислорода, питательных веществ и так далее. И самое главное, опять же, через сосудистое русло, венозной, лимфатической системе у нас удаляются из организма все продукты обмена, и в том числе токсические продукты. Поэтому от состояния нашей кровеносной системы в большей степени даже зависит продолжительность жизни, качество жизни нашего организма. И здесь очень важно то, что именно наш с вами активидант за счет количественного и качественного состава, из чего состоит наш активидант, прежде всего способен поддерживать сердечно-сосудистую систему. Можно, кушая активидант в достаточно, естественно, адекватной дозе, полностью уйти от препаратов, которые разжижают кровь, по той самой причине, что 6-дезоксигалактоза по своему химическому составу, по своей химической структуре очень близка к гепарину, который вырабатывается клетками нашего человеческого организма. То есть практически мы без любого ущерба для нашего организма через пищевой продукт активидан, всосавшийся в кровь и размещающийся по сосудам, регулируем проницаемость сосудистой стенки, регулируем реологические свойства крови. Кроме этого, попадая в красный костный мозг и другие органы кроветворения, мы регулируем количественный, качественный состав, клеточный состав нашей крови. То есть от этого зависит и иммунная система, от этого зависят процессы свертываемости крови, поскольку в данном случае, если мы с вами говорим про гепарин, то наш активидан более чем в 10 раз активнее собственного эндогенного гепарина. Но у нас гепарин, он не только способен препятствовать тромбообразованию с одной стороны, а прежде всего это проницаемость стенки сосудов, поскольку те же лейкоциты у нас работают не в кровеносном русле, а работают в межклеточном веществе именно в тканях. Именно туда они выходят из стенки сосуда. И проницаемость, естественно, очень важное значение имеет. Так вот, у нас все препараты, которые на сегодняшний день наши фармакологи предлагают пациентам для разжижения крови, для препятствия образования тромбов, для препятствия развитию атеросклеротических отношений, они все, как побочный эффект у них, они способны вызвать изменения гуморальных факторов свертывания крови. Потому что здесь у нас, естественно, не только поломка клеток, не только сгустки этих клеток, да, которые потом включаются, гуморальные факторы, участвующие в образовании тромба. Именно за счет вот этих гуморальных факторов у нас могут возникать и повышенная кровоточивость стенки сосудов, вплоть до диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови. То есть побочные эффекты достаточно страшны. И те люди, которые принимают препараты, тот же аспирин, те же зилты или другие препараты, да, я называю более дешевые препараты, вы понимаете, они аналоги химические. То есть то, что многим назначают, и многие знакомы с этими препаратами. Так вот, эти препараты могут вызвать патологическую кровоточивость. А наш активидан, он умница. И, естественно, как препарат для нашего здоровья, он может без ущерба, без регуляции доз. Хотите, ешьте 10 саше в день, хотите, ешьте 1 саше в день, хотите, другую какую-то форму применяйте, да, там по 2, по 3 саше в день. При любом раскладе, при любом количественном употреблении
нашего Активидана никогда не возникает повышенной кровоточивости. Почему? Потому что наш Активидан, с одной стороны, препятствует образованию тромбов, раз, как я вам уже сказала, являясь по своей сути аналогом по химическому строению нашего эндогенного гепарина, а с другой стороны, практически у нас 3500 раз Активидан увеличивает объединение тромбина, который вызывает сгущение крови, и кофактора гепарина 2, это то, что я говорила вам о гуморальных факторах иммунитета. И естественно, посмотрите, в 3500 раз, я вам говорила, в 10 раз активнее гепарина. То есть здесь практически мы понимаем, что другие факторы гуморальные, это и серотонин, и тромбоксан А2, практически снижается выработка собственными клетками человеческого организма. И это препятствует образованию тромбов. То есть факторов очень много, о которых мы в принципе говорим, и простому человеку, который не знаком ни с биохимией, ему это... В принципе, все равно, но мы понимаем, что в данном случае, если мы говорим о нашем Активидане и о продукте, который практически на сегодняшний день незаменим для любого человека, который думает и понимает, что нужно сохранять свое здоровье не на таблетках, а на натуральных препаратах, которые получены из животного или растительного мира, без ущерба для здоровья, наш Активидан – это основной помощник сохранения собственного здоровья. И прежде всего еще мы четко должны понимать, как я вам сказала, да, что наш Активидан прежде всего еще и влияет на то, что в наш организм попадает еще и во внутриутробном периоде, либо попадает с воздушно-капельной инфекцией, либо может попадать с пищей, то же самое. Мы все, как я вам говорила, симбиоз, то есть нас заселяется еще во внутриутробном периоде и вирусы, и различные бактерии, и даже грибы, которые живут в нас и помогают нам справляться со многими проблемами, да, то есть вы помните, что наш желудочно-кишечный тракт в толстом кишечнике, это практически на сегодняшний день более 500 различных видов микроорганизмов, которые с нами живут в симбиозе и помогают переваривать клетчатку, всасывать практически глюкозу и так далее. Из клетчатки образуются полисахара, из полисахаров моносахара в толстом кишечнике. И это все под действием практически той же микрофлоры. А вот если эта микрофлора изменяется, и там попадает то, что не должно и не составляет нашу микробиоту человеческого организма, то это вызывает воспалительные процессы. Это приводит к повышению температуры, это приводит к изменению практически постоянство внутренней среды, это идет из окисления или наоборот какие-то другие процессы биохимические, то здесь мы понимаем, что и предотвратить, и даже помочь организму справиться с теми или иными проблемами, которые могут возникать вследствие проникновения в организм патогенной какой-то микрофлоры, то здесь многочисленные исследования, которые проведены при помощи и клинических испытаний, и лабораторных исследований на мышах, на других животных, показали высочайшую активность нашего Активидана практически к многим болезнетворным составляющим то, что попадает в наш организм. Это прежде всего связано с тем, что, изучая вот этот механизм воздействия на патогенную микрофлору, было отмечено, что с одной стороны препятствует проникновению в клетку, особенно для вирусов это очень важно, каждый раз мы об этом с вами говорим, поскольку блокируют рецепторы для прикрепления имеющихся таких же рецепторов в клетке у тех же вирусов. Каждый год что-то новое в себе выстраивают, приспосабливаясь к нашему организму, пытаясь проникнуть в наши клетки, пытаясь там размножаться и наносить определенный урон. Наш организм должен справляться с любыми мутациями этих паразитов, которые пытаются нас разрушить. И Активидан в этом помощник. С одной стороны, мы стабилизируем мембраны, блокируем проникновение. С другой стороны, тот же вирус, он ведь тоже кушать хочет. Те же грибы, те же микробы, которые тоже кушать должны.
Так вот, поступая в клетку патогенную, да, или неклеточные патогенные структуры, практически активидан на уровне бактерий, вирусов, грибов способен вызвать блокировку размножения. То есть действуя уже на ДНК, РНК, тех же вирусов, бактерий, препятствуя их размножению в нашем человеческом организме. Вот какой умный препарат практически и умная наша с вами природа, которая сама создала эту защитную структуру. Ведь почему обратили внимание на водоросли морские? Потому что вы прекрасно понимаете, что и шторма, и ветра, и разрушение, и отрыв, и животные едят, повреждая листики, отрастают моментально. Практически за счет того, что вот это покрытие, структуру, которую получили, да, с поверхности этих листьев и слыженьки, как мы говорим, фукаидан, способен вызывать регенерацию. Почему, если уж растительный мир регенерирует, почему не обратить внимание на то, как будет регенерировать животный мир и те же патогенные или непатогенные организмы, которые составляют нашу микробиоту. Так вот, здесь очень важный момент влияния как на собственно патогенную микрофлору, так и опять же, мы говорили с вами, да, что если мы говорим о свертывающей, противосвертывающей системе, то наша с вами иммунная система, она практически тоже два звена имеет. Это наши с вами факторы, которые вызывают воспалительный процесс, вследствие влияния на ткани с воспалением привлекаются сюда клеточный фактор клеточный фактор иммунитета. То есть есть понятие гуморальный и клеточный иммунитет. Так вот, у нас опять же настолько умное вещество фукаидан, который приводит во взаимодействие и клеточный, и гуморальный иммунитет, нужно повысить количество иммунокомпетентных клеток. Он вызовет усиленную работу по производству и дифференцировке этих иммунокомпетентных клеток собственного организма. И тут же практически будет препятствовать распространению воспаления на здоровые ткани, которые окружают поврежденный участок, не давая распространиться воспалению и вовлечь здоровые участки в этот воспалительный процесс, поскольку именно в результате воспаления у нас чаще всего повреждаются здоровые клетки. Вы же помните прекрасно, например, сколько мы говорили с вами про опухолевые заболевания, когда наши стандартные методы лечения, химиотерапия, да, лучевая терапия, мы же действуем на определенный участок, мы не можем воздействовать на отдельно взятую клетку, да, которая изменена, ту же раковую клетку, мы действуем на обширный участок, а та же химия, которую капают через кровь, вы представляете, она омывает все здоровые клетки, а обладает настолько побочными эффектами, что способна убивать абсолютно здоровые клетки. И здесь очень важно предотвратить вот эти воспалительные реакции, предотвратить повреждение здоровых клеток, тканей нашего человеческого организма. И все это наш активидан, как продукт питания, который в принципе помогает нашему организму справиться с теми проблемами, которые возникают в наших процессах жизнедеятельности. И на сегодняшний день вы понимаете, что очень много исследований, которые проливают действительно очень много моментов на силу нашего активидана при различных патологических состояниях. То есть то, что было опубликовано именно с точки зрения уже непосредственно научных исследований, а не просто отзывов, которые мы собираем и слушаем с удовольствием от наших пациентов. Да? Мы понимаем, что исследования начались именно с точки зрения онкологии. На сегодняшний день уже значительное количество онкологических процессов различных органов и тканей изучено и доказана высочайшая эффективность нашего активидана при тех же онкологических процессах. Онкологическая клетка – это поврежденная практически клетка. А раз поврежденная клетка, значит, активидан должен запустить процессы апоптоза. Уничтожив измененную клетку,
он должен вызвать регенераторные процессы и проследить, чтобы новые молодые клетки прошли полную дифференцировку и не прошли в сторону изменения, которое опять вызовет появление тех же больных клеток, которые могут вызвать повторно этот рак. И вы видите, что очень много органов и систем, различные штаммы и виды онкологических процессов на сегодняшний день исследованы. Очень много исследований было при сосудистых заболеваниях. Причем первое заболевание сосудистой системы в 2010 году это доказало как раз вот высочайшую эффективность нашего активидана в лизисе тромбов, то есть практически без каких-либо дополнительных способов назначения других препаратов, особенно при противопоказании к этим препаратам. То есть здесь дозировка 100 миллиграмм на килограмм массы тела, практически за неделю полностью облитерированные сосуды при тромбозе, рассасывала тромб, тромб образовывала коллатерали и улучшала кровоснабжение, не приводила к некротическим изменениям, да, то есть полностью восстанавливая кровоток. Вы слышали уже неоднократно, да, и по телевизору, и в аннотациях везде звучит слово фукаидан, которое применяют сегодня даже при создании новых лекарственных препаратов. Но еще раз говорю, любой лекарственный препарат практически обладает массой побочных эффектов. А наш активидан – это чистейшие, фактически сульфорированные формы, как я вам уже сказала, моно- и полисахаров, плюс ацетилированные остатки, которые здесь присутствуют, вызывающие именно тот процесс восстановления нашего человеческого организма. И чистый вид этих препаратов в виде сахаров практически не имеет аналогов на сегодняшний день среди других производителей, ни по составу, ни по количественному, ни по качественному, не содержит никаких примесей других веществ, которые могут навредить организму, особенно для аллергиков. Поэтому здесь чистейший препарат, который сразу всасываясь в кровь, оказывает свои действия. И на сегодняшний день в компании Вимгрейс Активидан одно саше это 600 миллиграмм совокупности всех тех веществ, которые я вам называла. И вы понимаете, что производителей на сегодняшний день фукаиданов много, но вы понимаете, что любая капсула, капсулы, препарат в капсулах всегда для чего? Для того, чтобы он рассасывалась капсула, они рассасываются именно в тонком кишечнике. А нам надо оздоровить ротовую полость, нам надо оздоровить желудок, нам надо практически снизить нагрузку на организм химическими веществами, а сами капсулы хорошо, если они там с наименьшим количеством химии, да, агар-агар, например, используются с тех же водорослей для производства оболочки, тогда это еще, как говорится, хороший препарат. Но вы видите, сколько нужно капсул, да, от разных производителей по разному содержанию, как вы видите в табличке в этой фукаидана, и количество капсул на одно саше, оно разнится у различных производителей. И понимаете прекрасно, что это связано и с ценовой политикой, то есть если посмотреть по ценовой политике, то наша цена получается в два раза ниже, нежели у других производителей, хотя нам всегда говорят, что дорогой продукт. И если посмотреть уже, когда вы берете коробку, в которой 40 саше, да, практически это 480 капсул других производителей, да, то есть здесь $400, здесь $200, здесь $400. То есть практически по ценовой политике наш активидан компании Вимгрейс стоит в два раза дешевле, нежели у других производителей. При этом, поэтому активидан это лучшее решение на сегодняшний день для любого человека, для профилактики заболеваний, для укрепления своего организма. А то, что мы уже видим по результатам собственных исследований и многочисленных исследований ученых различных стран, то есть во всех странах мира изучали активидан, то есть это и омоложение, практически прежде всего кожных покровов. Конечно, картинки эти очень красивые, мы понимаем, что если мне 60 лет, я не буду выглядеть на 20 лет. Но, тем не менее, предотвратить дальнейшее образование и старение можно. И свойства кожи, эластичность кожи увеличивается,
И многие действительно отмечают, что наши потребители, которые длительное время принимают Активидан, выглядят гораздо моложе своих сверстников и не пользуются при этом другими практически какими-то веществами. Мы прекрасно понимаем, что те результаты, которые присылают нам на сегодняшний день наши потребители, тоже практически в каждом офисе у нас висят такие плакаты, вы понимаете, что здесь лечение различных патологий, вы видите, и снижение воспалительных процессов, и регенераторные свойства, да, то есть волос стал отрастать, и снижение воспалительных процессов, рассасывание доброкачественных или злокачественных опухолевых процессов, которые наблюдаются и отказали практически людям в лечении, не знают, что принимать. Витилиго вообще считается, что не лечится. У нас собственное есть наблюдение за нашими пациентами, которые соблюдали длительность приема, качество и количество назначенного продукта. Вы видите, насколько улучшилось состояние, да, у одной и той же женщины, во-первых, и отек спал, да, и вы видите, что участки кожи восстановили пигмент, и практически вот эта вот мозаичность уже на сегодняшний день практически исчезла. Как я всегда, мой любимый снимок по вопросам регенерации, восстановления человеческого организма на всех уровнях и очищения организма на клеточном уровне, это некроз, который может возникнуть в любом органе, прежде всего за счет нарушения сосудистого кровоснабжения, как вот в данном случае больной с сахарным диабетом, отправили умирать домой, потому что здесь, естественно, даже в операции отказали тяжелейшее состояние. И вы видите, что не отчаиваясь полгода, люди, а у нас как получается, мы попили неделю, ничего, как говорится, не видим внешних никаких изменений, говорим, ой, не нужен мне этот продукт, дорогой продукт, я не вижу никаких изменений в своем организме. Здесь люди не отчаивались, они верили в то, что получится, ничего тут другого не было. То есть все, что до этого применяли, привело вот к такому результату. И практически на активидании улучшились показания сахаров. Самое главное, очистились сосуды, восстановился окольный кровоток, развились новые сосуды микроциркуляции, и в итоге очистилась рана и начались процессы заживления. Женщине за 80 лет, она прожила еще практически 6 лет на своих ногах. У нас такой же случай был в Новокузнецке, когда нам прислали практически снимок здесь, видите, совсем маленькие некрозы, и то человеку ампутировать хотели ногу, две трети бедра, поскольку сосуды все поражены. В итоге через 6 месяцев, вы видите, восстановились практически ткани на конечности, и отек ушел, и кровоснабжение восстановилось, и человек работает и ходит до сих пор на ногах своих. То есть предотвратили инвалидность, а это очень много значит. Пусть мы даже бы спасли 2 человека в нашем мировом сообществе, но люди должны видеть эти результаты, должны понимать эти результаты. Вот опять же процессы регенерации, рак кожи. Много лет, то есть там 14 лет химия, облучение, незаживающие раны, уже отчаялась практически женщина в том, что она сможет хотя бы восстановить свой внешний вид, я уж не говорю о том, что улучшить качество здоровья, попробовать, вы видите, через 2 недели уже зажила рана, феноменальные действительно результаты тех людей, которые делятся своими отзывами. Поэтому естественным образом мы понимаем с вами и каждый раз говорим, что продуктов здоровья в наше время предлагается очень много. И когда ко мне обращаются и говорят, ну посоветуйте, Ольга Николаевна, вот там предлагают такой-то компании такой-то продукт, такой-то компании такой-то продукт, я могу вам сразу сказать, ребят, продукты все разные. Многие производители тех же БАДов разных компаний предлагают те или иные вещества, которые практически усваиваются нашим организмом лишь на максимум там 15-20%, остальное все идет в унитаз. А наш Активидан на фоне других продуктов, других компаний увеличивает всасываемость, увеличивает биологическую активность этих веществ. Поэтому, применяя наш Активидан, помогаете организму усваивать то, что должно поступать постоянно. Поэтому вы можете кушать Активидан
и с лекарственными препаратами, защищая здоровые клетки от побочных эффектов лекарственных препаратов. Вы кушаете наш Активидан с любыми БАДами или любыми другими биологическими добавками, которые вы считаете нужным для вашего организма. При этом старайтесь правильно питаться, нормально двигаться, то есть движение прежде всего, потому что лежать на диване от этого здоровья не прибавляется. Дышите свежим воздухом, пейте достаточное количество водички. Вот тогда вы будете здоровы, и тогда вы будете понимать, что наш продукт Активидан действительно это продукт здоровья нашего времени, который помогает нам во всем всегда и в здоровье, и при болезнях, и стимулирует наш организм как саморегулирующую систему для сохранения и продления качества жизни. Поэтому кушайте Активидан, будьте здоровы,